Чувашия – один из самых спортивных регионов России. На открытии Ледового дворца об этом говорили не раз. И лучшее подтверждение – строительство нового стадиона для Чебоксарского лицея номер 4. Он будет соответствовать всем европейским стандартам. Завершить строительство планируют к новому учебному году. Лицей номер 4 – 25 лет. Столько же было и старому стадиону. В следующем учебном году ученики будут заниматься физкультурой и спортом уже на новом. Данный плоскостной спортивный объект включает в себя спортивное ядро с беговой дорожкой на 200 метров, две модифицированные площадки. Одна площадка воркаута, другая площадка уличных тренажеров, которые будут находиться по краям стадиона. Затем будет универсальная игровая площадка, которая будет предназначена для игр в волейбол, баскетбол, большой теннис. Будет футбольное поле с искусственным газоном. Стадион лицея номер 4 – первый, который строится в Чебоксарах в рамках партийного проекта «Детский спорт». У нас высокие образовательные результаты, есть стабильные достижения в области спорта. Вот сзади меня занимаются ребятишки, которые, например, в этом году заняли первое место в Зорнице и в Орленке и едут защищать честь города на республиканские соревнования. Нормы ГТО и все проекты, которые связаны со спортом, российского, регионального, городского уровня, мы активные участники их. Стоимость строительства более 30 миллионов рублей. Сейчас подрядчики готовят площадку под искусственное покрытие. Затем будут монтироваться тренажеры и мачты освещения. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.